Умный ребенок представляет. Привет, Бодя! Привет! Сегодня мы расскажем о обитателях моря. О, посмотри, это же акула! О-о, акула! Акула – это хищная морская рыба. У нее очень много острых зубов. А это морская черепаха. Посмотри, какой у нее панцирь. Он служит ей защитой и домиком. Классный домик. А плавает черепаха с помощью передних и задних ласт. Медуза. Посмотри, какие они красивые и необычные. Представляешь, медуза на 95% состоит из воды. А пищу они добывают с помощью щупальцев. Ты видишь, какие разные они бывают? Ага. Это скат. Он плавает с помощью хорошо развитых грудных плавников. А еще скат может быть электрическим. А это самый большой скат. Зовут его манта. Размах его плавников может достигать 8 метров. Ух ты, какой большой! А некоторые скаты могут летать. А это кто такой колючий? Это же морской еж. Колючки морского ежа служат не только для защиты, но и для передвижения. А еще морские ежи могут быть ядовитыми. И с ними лучше не встречаться. А это осьминог. Видишь, какие у него щупальцы? Их 8. С помощью них он передвигается и добывает пищу. Осьминог мастер маскировки. Ты его видишь? Вон он, здорово он прячется. На сегодня это все. В следующих сериях мы обязательно познакомимся с другими обитателями моря. До скорых встреч! Пока! До свидания! До новых встреч!